Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в городе Астане. Сейчас называется этот город Нур-Султан. Я приехала в этот город и стою сейчас возле гостиницы «Шан-Ирак». Дорогие друзья, я эту гостиницу нашла на сайте booking.com и забронировала ее с помощью сайта. И вот я приехала и хочу войти. Гостиница двухэтажная, оказалась небольшая, но очень уютная, я так думаю. Давайте мы заходим. Дверь открываем. И вот обратите внимание, вот такой вестибюльчик встречает уютный нас. Еще дверь открываем и попадаем в холл. Ну, холл очень миленький, небольшая гостиница, я так и предупредила. Еще раз заходим, дорогие друзья. И обращаем внимание на девушку, которая на ресепшене работает. Она очень вежливая, очень вежливая. Устроила в номер меня, выдала все необходимое. Номер обошелся мне недорого, благодаря тому, что это было спецпредложение. Вот обратите внимание, какой вестибюль. Он оформлен, ну, я так думаю, со вкусом. Вот, симпатично. Ремонт красивый. Ну, мне очень понравилось. Уютный небольшой отельчик. Вот, посмотрите. Карнизы, навесные потолки. Очень миленько, аккуратненько. А это идет лестница на второй этаж. Там располагаются семейные номера, которые больше, чем мой, например. И вот еще обращаем внимание на украшения. На вазы большущие, пол декоративный и вход в столовую, ну, в кафе. В этом отеле есть завтрак. Стоимость входит в стоимость суток. И завтрак, только завтрак, скажется с 8 до 10 часов. Вот такая столовая оформленная. Симпатичная, уютненькая, аккуратненькая. А это, дорогие друзья, на первом этаже располагаются номера стандартные, одноместные. И у меня тоже был номер здесь, на первом этаже. Вот посмотрите, когда входишь, то свет включается на движение. Вот у меня 102 номер. Это мой номер, где я живу. Дорогие друзья, я приглашаю вас на завтрак в отель «Шан-Ирак». Предложили на выбор или яичница, или каша. Но я выбрала кашу. Пшенная каша, хлеб, чай с молоком и кондитерские изделия. Ну, такой симпатичный, вкусный был завтрак. И вот снова обратите внимание, какая столовая. Мне она понравилась. Вот я сразу пришла, и мне сразу первое впечатление было самое лучшее. Самые лучшие были впечатления. Вот такой мини-отель. Дорогие друзья, у меня есть обзор номера. Заходите, смотрите. Заходите на мой канал, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, дорогие друзья. Это ресторанчик, это гостиница в городе Астана, называется «Шан-Ирак».